Опа. Это летит Wizz Air с Италии. Раскраска характерная. Вот. Сейчас так. Здравствуйте. Калитка. Я не пользуюсь. Заходим через ворота. Калина красная. Вчера собрал виноград. Позавчера. Отсюда. Льва зеленая, ну падает, поэтому. Так. Теплицу уже собрал. Эту пленку. Здесь был чеснок. Здесь клубника. Здесь тоже собрал пленку. Вот, идем дальше. Смотрим. Вот эти деревья подросли. Две сливы красавицы просто. Помидоры все уже. А вот фасоль почему-то разошлась. Сегодня у нас, даже не знаю, число 18 что ли, сентября 2016 года. Да, помидоры все уже. Хана, есть там мелочь какая-то, но... Так, идем дальше. Вот плющ разошелся. Что дальше будет, если он так, неизвестно. Так. Ну, вот еще есть какие-то помидоры, но времени уже мало. Малина подготовлена к зимовке. В этом году отсюда было собрано 30 килограммов. Смородина. Да, тоже подготовлено к зимовке. Так-с. Яблони. Наконец-то в этом году я избавился от парши. Начал обрабатывать еще год назад. И вот результат. Яблони чувствуют себя прекрасно. А, вот здесь тоже была малина. Старая. Я ее убрал. Это растет. Белая горчица на удобрение. Я готовлю эту грядку длиннющую к следующему году. Еще не знаю, что я здесь посажу. Наверное, я здесь посажу три вида. Вначале помидоры попробую, потом клубнику, а в самом конце попробую дыни посадить. Есть у меня семена. Виноград худенький в этом году. Маловато. Какие-то болезни. У соседа так вообще нету. Так, сливу эту обрезал я конкретно в этом году. Вот это подготовлена яма для посадки в следующем году какого-то дерева. Вот эту корягу удалю. Здесь уже тоже была какая-то это как ее, груша. Не очень хорошая. Виноград. Так, идем дальше. Там туалет уже зарос. Этим, как его, диким виноградом. Так, да, виноград. Все хуже и хуже, честно говоря. Я сажаю новый, но почему-то он не хочет расти. Мучается. Я заметил, не только у меня, у всех. Вот персики тоже никак не хотят, они здесь новые расти. Вот солнышко вышло. Вот этот ряд деревьев, сколько им лет уже, я не знаю, лет 8. Хорошо они тут. А больше так как бы изменений, да вроде нет, не помню уж. Вот тоже новое дерево посадил, яблоню. Раннюю. А вот я делаю вино.
немного будет. Надо будет поджимать еще сегодня. У меня приспособ нет, руками все делаю. Такс. Ну, беседка. Елка вымахала. Не знаю, сколько метров. Много. Это я ставил еще виноград столовый, так, чтобы кушать чуть-чуть. Вот я сейчас засыпал сюда. Было у меня два ведра золы. Я их высыпал на виноград. Потому что виноград буквально несколько дней назад убрал. Вот здесь у меня перепревший навоз. Очень хорошее удобрение. А здесь хозяйственный участок такой. Бардак. Свежий навоз. Ну и всякая такая. Этот душ я буду переносить отсюда. Да. Ну вот так. Ну еще немножко. Персик разошелся хорошо. Здесь айва посажена в этом году. И петунии для красоты. Так, курятник. В этом году не использовался он по назначению. Ну, стоит, вид не портит. Пойдем с этой стороны, откуда пришли. Грядка универсальная. Помидоры, перцы, баклажаны. Ну, урожай помидор был средний в этом году. Сюда я буду переносить душ. А пока не перенес, жгу здесь всякий мусор. Да. Это вот фасоль, которая разошлась вот не по делу. Уже зимовать пора, а она разошлась. Вот здесь сажал огурцы, выросли дыни почему-то. Семена заказывал через Алиэкспресс. Ой, клубника еще на год ее оставлю. Хотел в этом году убрать, но оставлю еще на год. Там вот этот гараж с виноградом. Вторая теплица. Здесь у меня еще один источник воды. Опа. Артезианская скважина. Да. Лесной орех. И забор, который я его сделал недавно относительно. И посадил дикий виноград. Вот это яблоня Рихтер. Но еще не давал урожая. Я надеюсь, на следующий год даст. Вот мы пришли туда, откуда мы зашли. Надеюсь, было интересно. Всего хорошего. До свидания.